Дорогие друзья, меня зовут Елена, я выпускница 11-го потока школы гипноза и слиперства Никиты Бурлакова. Хочу оставить свой короткий видеоотзыв. Я шла в школу Никиты Бурлакова на модуль, который меня интересовал больше всего, модуль, это гипнотерапия. Все мы окружены людьми, своими родственниками, близкими, у которых очень много подавлений в жизни. И с этими подавлениями зачастую они не знают, куда пойти. То ли к подруге, то ли к другу в гараж, то ли к психологу, то ли к психотерапевту, то ли в церковь, то ли, простите, под поезд. И эти подавления накапливаются и не дают людям жить эффективно, свободно, красиво, счастливо. И время не лечит, оно только добавляет все больше и больше этих моментов, которые могут начинаться из раннего детства, из пренатала, то есть беременности мам, то есть прошлой жизни. И если вы обладаете технологиями убрать эти подавляющие моменты, то вы можете подарить своим близким крылья. Вот за этим я и пришла. И здесь я получила эти технологии. Как я сказала, уже 2 недели я накапливала результаты, чтобы более уверенно говорить вам об этом. Сейчас я счастлива, получая эти первые результаты, долгожданные результаты. Были испробованы другие методики мной и этими моими знакомыми и близкими людьми. Но более эффективны, чем эта технология, которую дает Никита, не предоставилась. Я благодарна Никите за создание такой школы, за то, что он приложил огромный труд, за то, что сплотил прекрасную команду. Всем огромная благодарность. Мы получали просто скорую, необходимую нам в обучении помощь. Обучение шло с космической скоростью и с космической эффективностью и с такими же результатами. Поэтому огромное, еще раз говорю, благодарность Никите за создание такой школы и, значит, за то, что он дал возможность такому широкому кругу людей. Вот каждый, кто только хочет, может воспользоваться такой возможностью, иметь в своих руках такой неоценимый инструмент. И сам Никита у меня вызывал, когда он давал нам уроки, всегда один вопрос. Откуда, с какой планеты такой мудрый и красивый инопланетянин, пришедший нам, землянам, на помощь? Вот именно так я его и расцениваю. Дорогие друзья, приглашаю всех, кто имеет осознанность, менять этот мир к лучшему, помогать своим близким, давать им новые возможности, в том числе себе. Приглашаю в школу Никиты. Вы точно не пожалеете. Спасибо. Еще раз спасибо. Это просто здорово. Это просто класс. Это новое. Это просто новая жизнь. Спасибо.